Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Начинаем, как всегда, с ивента. Погнали. Будем сейчас бомбить. Как ты понимаешь, в этой игре у нас тоже, ребята, предновогоднее настроение. Даже зомби выглядят по-новогоднему. Так, поехали. Что тут у нас интересно такого сложного будет, а? Идут охламоны, ты посмотри на них, а? В свитерочках, в новогодних, все как полагается. Очень-очень забавно это смотрится, мне нравится. Так, тихо, давай сюда сместим, наверное, с тобой. Так, ну мы видели с тобой там и Гаргантюа должен пойти, да? Так что расслабляться не будем. Плюс тут еще у нас могилки, которые нам мешают. Тихо-тихо, что-то мне не нравится вот это все. Давай, наверное, сюда поставим. Так, нам нужно с тобой очень много бумерангов, ё-моё. Так, вот эти вот мне совсем не нравятся, которые бегут и прыгают. Довольные, ты посмотри на них. Отлично. Так. А, мы их, вот это вот, ребята, растение, я так понимаю, замедляет, да? Зомбарей своим вот этим вот соком. А ну-ка попробуем сейчас. Ага, крокодильчик атакует. Блин, а вон, друзья мои, и Гаргантюашечка пожаловал, как ты видишь. Но с ним нужно будет быстрее разобраться. Кстати, это далеко не последняя волна, между прочим. А ну-ка давай вот так вот сделаем. Пускай крокодильчики бегут и уничтожают. О-о-о-о, смотри, он своего хлыща бросил к нам. Мелкого. Ну, да ладно, что он такой сильный-то? Нет, мы его все-таки смогли подбить. А этот идет. А ну-ка давай вот так сделаем. Вот и все, делов-то на копеечку. Стопэ. Смотри, сколько много попрыгунчиков-то здесь, а. Блин. Мне не нравится, что они тут себе позволяют. Дай-ка я заберу вот это вот растение себе, маленькое. Так, еще один, да? Не один, а их тут несколько. Гаргантюашек идет, ты посмотри. Ты посмотри, что вытворяют. Так, пора, друзья мои, влуплять. Иначе будет поздно. Так, тихо, подожди, мы еще не уничтожили. Эй! Ты сейчас серьезно это? А ну-ка. Прикинь, он до сих пор еще жив. Он живее. Ага, одного уничтожили. Так, теперь нужно вот здесь вот нам с тобой как-то бомбануть. Нет, ну я могу, конечно, вызвать газонокосилку, если честно. Давай так и сделаем. Чем будем здесь время зря выжидать? По большому счету, не такой уж и сложный ивент, но зато подарки здесь, ребят, превосходные. Так, отлично. Прекрасно. И 1000 голды. Такая музыка еще новогодняя. Да, ребята, всех, кстати, с наступающим. Ну что, я думаю, что надо еще, наверное, сыграть разочек. Ну что, зомбики, готовы получить от Рэя? Конечно, готовы. Куда они денутся? Ну, поехали. Эти деревца, конечно, хороши, друзья мои, да? Но единственный минус, что оно у меня вообще не прокачано, и оно даже не открыто у меня. А крокодильчиков я все-таки думаю, что, наверное, стоит ставить на первый ряд. Потому что, ребят, когда зомби подходят, да, они начинают именно их есть в первую очередь. Так что пускай они будут на переднем плане. А вот эти вот деревца, конечно, лучше сзади оставлять, пускай они там бомбят, атакуют потихонечку. Так, вот это, конечно, сложный парень. С таким еще ведром. Ведро, знаешь, напоминает в бантике. Ну, праздничное, одним словом, ребят. Что тут скажешь? Праздничное ведро у него на голове. Так, шикарно. Они бегут. Охламон, сломя голову просто-напросто. Вот про это я тебе говорил, что крокодильчик срабатывает очень великолепно. Так, я слышу шум Гаргантюа. Да, я не ошибся, вон он. Идет партизанище. Так, нам нужно его наказывать. Давай-ка мы, наверное, вот так с тобой сделаем. Тут у нас еще и лепесточек с тобой удобрения, да, выпало. Ну, замедляется Гаргантюа. Именно вот на соке от этого растения. Мы с тобой поставим сюда два крокодильчика.
Ай-яй-яй-яй-яй, что ж вытворяет-то? Ты посмотри. Ты просто полюбуйся, сколько монеток тут, кстати, выпало. Ну, молодец, крокодильчик, уничтожил этого хламона. Так, мы переходим с тобой вот сюда. Надо бомбить. Везде нужны шипастые лужайки. Везде, ребята. Правда, Гаргантюа их уничтожает потихоньку, но все-таки. Лишними они уже не будут, поверь мне. Так, если я сделаю вот таким вот образом. Ага. Так, подожди, а как ты... А как ты сюда пробрался? Объясни-ка мне. Мелкий хламон, а? Крокодильчик. Ага. Атаковал, молодец. И остается последний зомби у нас тут. Сейчас мы его с тобой быстренько уничтожим. А, все, он погиб. Обожаю получать подарки. Ну что же. Давай. Ух ты. Вишневая бомба. Воу. Ice Bloom. Такого нету у меня, ребята. И 1000 монет. Ну что же. Ивент мы с тобой прошли. Теперь идем на основные задачи и смотрим, что у нас там с тобой есть. Во-первых, зайдем на аренку, посмотрим, как там у нас обстоят дела. Так, здесь у нас что-то выполнено. Так, получаем с тобой гемы. Еще гемы. Две конфеты. Окей. 5 гемов. И еще 5 гемов. Слушай, не кисло мы с тобой тут назарабатывали. И 2 гема. Отлично, спасибо большое. Так, что у нас по ивентам? Оу, вот это, кстати, можно будет поиграть сегодня. Так, а на распродаже? Дайте мне, пожалуйста, бесплатно 10 семечек на растение. Так, это у нас картофельная мина. Примитивная, понятное дело. И ледяная капелька. Отлично. Блин, а этот... Хотя, подожди, а сколько нужно, чтобы его открыть? Так, ребята, может быть, нам есть смысл заморочиться и... Сейчас, секунду, секунду. Чтобы это растение открыть, нам сколько нужно его? Потому что я хочу его получить. На самом деле, очень прикольное растение. Так, куда я залез? Куда ты полез, Рэй? Ну, ну зачем ты так делаешь, а? Я не понимаю. Зачем я сюда залез? Ладно, фиг с ним. Полили растения, как говорится, посадили, и то ладно. А мне нужно вот сюда вот, конечно же, в нашу энциклопедию. И смотрим. Ух ты! Слушай-ка. Фокус крокус. Это какой-то новый вид растения, я таких не видел. И даже не слышал. Классно, ребята. Так, ну меня интересует теневое, где оно? Вот оно. 250 нужно. А, нет, 100. 100, друзья мои. Слушай-ка. Так давай мы с тобой сделаем. Сколько нам нужно, получается, купить? 70, да? 70 гемов мы потратим с тобой? Я думаю, для меня это... Не страшно. А растение мы с тобой получим. По крайней мере, оно у нас будет открыто. И мы с тобой, если где-то будет там фарм, мы сможем его с тобой зарабатывать. Погнали. Давай. Так, 70, да? Значит, нужно. О, мы еще и получаем в бонус 10 семян, как говорится. А, вот оно что, повышается с каждым разом. Ладно, я надеюсь, у нас все-таки хватит с тобой гемов. Так, лужайка нам, которая может прапаться. Отлично. Да, ребят, конечно, такое, знаешь... Заманчивое предложение, но все-таки я хочу приоткрыть, ребят, порку эту. Точнее, покру. Покра, да, значит. Еще тратимся. Ну, давай, 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 давай. Не скупись. Остается еще 3 разика, ребята, приоткрыть. Так, и лазербин нам с вами достается. Уже 22 гема. Твою же налево, а. Так, уже 80 у нас с тобой. И опять же Спайк Рок 25. В общем, хватит нам, ребята. Там 28 еще нужно будет. И все, и, как говорится, он у нас в кармане. Кактус у меня не открыт, к сожалению. Так, ну что, последний раз покупаем с тобой.
И открываем покру. Правда, первого уровня, ну, ничего страшного. Они все когда-то у меня были первого уровня. И, как видишь, потихоньку-потихоньку мы их с тобой раскачиваем. Ау, прикольный скин. Мне нравится, ребята. Может быть, его купить, а? Или не стоит пока? Нет, я возьму все-таки. Все-таки я возьму, ребят. Я не удержался. Так, ну и что, открываем с тобой покру. Нам денег нужно очень много, потому что у меня растения готовы прапаться прямо вот на глазах. Но, видишь, не хватает. Тут вообще 10 тысяч нужно. Сколько тут? 5 тысяч. Офигеть, магнит. 5 тысяч. Ты посмотри тут, что происходит. Обалдеть. Эти у меня закрыты еще. Сколько он стоит? 189 рублей. Может быть, как-нибудь, друзья мои, потратить нам разочек 189 рублей и приоткрыть какой-нибудь из растений. Единственная проблема, какое? Какое нам открыть? Какое нам нужнее? Тут их очень много, понимаешь? Вот она, покра. Открываем, друзья мои. Отлично. Это же теневое, да, у нас получается растение. Мы его можем применять вместе с лунным цветком, получается. Слушай, что это такое? Импир. Импир, как это груша непонятная. Слушай, ну вот это я видел. Это я видел растение. Так вот, это тоже, кстати, прикольный салат латука. Ну что, нормуль, ребят, нормуль. Давайте-ка мы с вами дальше будем смотреть. Зайдем на аренку, как я уже обещал. И посмотрим, что у нас здесь. Угу. 64 кубка у меня. Нужно 100, чтобы получить 30. Ага. На каком я месте нахожусь? На 8-м. Есть смысл, наверное, немножечко подраться здесь. Но для этого мне надо получить перчатки. Ну что, друзья мои, я заработал 4 перчатки за просмотр рекламы. Так что поехали. Против Кара мы с тобой будем воевать. Окей, взял себе он грибочек такого, посмотри-ка. Солнечный гриб. Ох, твои хламоны. Так, друзья мои, здесь я сделаю команду, естественно. Так, погоди-ка. Не-не-не-не-не, такая меня команда не устраивает. Хотя, капелька плюс. Естественно, с тобой возьмем морозный арбуз. Без него нам никуда. Так, секунду, кто еще у нас? Возьмем с тобой мяту. Ага, морозную. Отлично. Так, мята морозная. И что же нам еще нужно? Кто у нас будет хорошо морозить? Или же... Так, возьмем, наверное, с тобой, знаешь, что еще? Мины. Где мои примитивные мины? Вот они. Да и, наверное, все. Или, подожди, или кого еще можно взять? Дейзи. Ну, пускай будет Дейзи. Ну что, друзья мои, погнали. Ну, понятное дело, да, что в первую очередь у нас с вами будет вот такой вот отряд из ледяных горохострелов. Дальше я, наверное, поставлю вот так. Плюс Дейзи. А уже все остальное я буду просто минировать минами. Я думаю, сейчас будет топчик. Так, а эти я еще могу передвигать, да? Значит, мы можем вот так с тобой сделать, к примеру. И еще один рядочек мы залепим. Вот таким вот образом. Ну как думаешь, нормуль? Проверим. Ну что же, мята у меня ждет морозная. Так, выходят у нас зомбари, бегут, естественно. А что им еще делать? Так, погоди, погоди секунду. Опа. Так, морозная капелька, если что. Ну, в принципе, пока ее не стоит, ребят, тратить. А вот теперь вызываем мяту. Бубух, нифига тут снарядами такими бомбит. Не кислыми, согласись.
Так, удобрение прилетело. Тихо. Куда ты разогнался, партизан? Ну-ка, давай, мины. Конечно, мины нам нужны. Сейчас все должно тут очень хорошо взорваться. Особенно вот здесь. Подожди, а у меня там ничего и нету. Тогда плодим мину. Так, что у нас там по очкам? По очкам мы, ребята, лидируем пока. И это очень круто. Ах ты, гаденыш, смотри, что творит. Ну-ка. Замечательно. Ну, ты сам прекрасно видишь, что тут происходит. Удобряшечка. Слушай, а противник-то нас догоняет. Вот что я тебе хочу сказать. Что-то у нас король, а? Притомил себе, долага, да? Слушай, смотри, какой у нас разрыв с тобой минимальный становится. Эй! Что-то меня вот такой расклад меня совсем не устраивает. Все, опять немножко мы с тобой оторвались. И это хорошо. Так, может быть, нам вот так с тобой сделать? И вызываем арбузную мяту. Так, у нас времени мало, минута. Смотри-ка, противник нас хочет обогнать. И у него есть все шансы на это. Чтобы нас обогнать даже. Хотя уже шансов у него, наверное, нету. Хотя нет, есть. Есть, ребята, еще. Да чтоб тебя. Почти, ребята. Блин. Давай вот так сделаем. Нам очень много нужно урона наносить, если мы хотим с тобой здесь победить. 25 секунд. Давай, прямо вот так вот под ногами ему. Правильно, все отлично у нас тут происходит. Давай вот здесь вот и поставим прямо вот сюда. Ну-ка, что у нас там? 500, да? Уже 528 тысяч. То есть мы с тобой выиграем. Да, все отлично у нас получилось, ребята. И мы с вами зарабатываем 2 пиньяты. Или 3? Нет, 2. 2 пиньяты морозные. Я хочу глянуть, что нам отсюда выпадет. А ну-ка. Ох ты. Снежный комочек, да? Слушай, ее нужно покупать, чтобы открыть, да? И хурикали, которая тоже готова прапаться. Господи, друзья мои, у меня столько растений. Готовы прапаться. И где мне столько денег-то собрать, а? Скажи-ка мне на милость. Ну что, пойдем с тобой за 6 конфетками, а потом еще и 8 пиньят. Попробуем урвать. Я думаю, у нас есть на это все шансы. Так что не будем терять с тобой время. Так, Шарк Паяма. Акула Паяма. Вот так вот он себя назвал. Ну что же. Слушай, мы можем, в принципе, вот это вот все выставлять. Нет, лучше сейчас. Лучше сейчас это поставить. Так, и Дейзи. Вот нам только вот мины можно вот, в принципе, сейчас влепить, да? Так, вот с тобой сделаем. Все, и Let's Rock. Почему, ребята, Let's Rock лучше всего делать? Потому что мы можем с тобой вызывать это в любой момент. Например, вот так вот делаем. Понял, да? Чем это выгоднее вот так выставлять, чем когда оно у нас уже стоит. Тихо, куда ты собрался-то? Куда ты собрался-то, а? Спортсменчик. Отдохни чуть-чуть. Короля надо валить. Видишь, какой тут погром просто устраиваем мы. Так, подожди, у нас с тобой... Да, сделаем вот так вот. Мину вот сюда поставим. Ха-ха. Чтобы жизнь малиной не казалась. Вот для чего все это делается. Неплохо. Пока, друзья мои, неплохо. А ну-ка сюда, вот прям под короля. Отлично. Опа. А вот это, ребята, уже опасно. Ты видишь, что там происходит? Так, надо, наверное, вот так вот сделать.
Ну, там же мина вроде бы была. Почему она не сработала? Объясни-ка. Воу! Нас, друзья мои, противник-то обошел на повороте. Вот что я тебе скажу. Причем довольно круто обошел. Мы с тобой занимаемся абсолютно тем, чем надо. Очень крутенько, конечно, он от нас оторвался. И я не знаю, как мы теперь его догоним. Наверное, уже никак, скорее всего, не получится. Где же мы с тобой так лопухнулись? Скажи-ка мне на милость, а? Где моя вина? Давай, 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 родные мои. Там еще минутка есть. Давай сделаем так. И вот так. Пускай тут атака идет по всем фронтам. Мне не догнать. Не получается. Ну-ка, давай-ка я вот так вот попробую сделать. Воу. Что же у него там такого суперского, а? Скажи-ка мне на милость. Как у него получается? Может быть, потому что у меня Дейзи немножечко мешает мне. Такое может быть? Конечно, может быть. А чем? А тем, что они, ребята, замедляют врагов. И меньше их сюда к нам поступает. Да, к сожалению, у меня не получилось. Буквально на 100 тысяч с небольшим мы проиграли. А сейчас посмотрим, что у противника. Куда это полетела моя мина картофельная? Слушай, ну я тебе скажу, что ничего особенного у него здесь и не было. Каким образом? Без понятия. Ну, у него мина вот эта вот, ну и что? Так, мы с тобой заплатим. Это единственный, ребята, шанс у нас с вами заплатить и, как говорится, пойти дальше. Я, наверное, все-таки вместо Дейзи поставлю вот эти вот мины картофельные, которые у нас попроще. У нас есть примитивные, да, мины, а есть обычные. Только уровень сейчас посмотрим какой. Он почему-то атаковал огнем. Интересно, почему огнем? Если они... они не боятся огня. А он все равно атаковал их. Так, секунду, что я хотел? Ага, я хотел убрать Дейзи и вместо Дейзи поставить сюда вот эту вот картофельную мину. Обычную, простую. А может быть, мне надо было убрать капельку морозную, кстати, как вариант. Ну, уже поздно, уже поздно. Так, давай тут все с тобой заставим. Так, сюда. Естественно, и здесь. Ну, в принципе, и все, да? Вызываем, друзья. Бегут уже, а? Ты посмотри на них. Давай, 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 одними минами будем с тобой сейчас тут бомбить их всех. Мы опять с тобой уже, ребята, почему-то фейлимся. Что ты будешь делать, а? Ты посмотри. Не, ну так дело не пойдет. Давай бомбить. Ты посмотри, какой он, а? Офигеть просто можно. Гаргантюхи, блин, они то ли сильнее стали, то ли крепче. Как это назвать-то правильно, я даже не знаю. Бумс. Ты посмотри, что творит, а? На тебе капельку замораживающую. Что сделать, что сделать? Вот так вот сделаем. Почему я не могу там поставить? Что за... Почему у меня не получается? Все нормально, давай, 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 давай. Мы опять с тобой, да? Фейлимся, вот прям на глазах.
Давай-ка вот так сделаем. Выставляем сюда. Дальше давай вот здесь, наверное, внизу. Так, мины, 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 родные мои. Так, дальше у нас идет мята. Сейчас, 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 сейчас должны тут их наказать. А как вот сюда-то, интересно, они прошли? Объясни-ка мне на милость. Какого лешего они сюда вообще прошли? Объясни-ка мне на милость. Дай-ка я мину сюда поставлю. И еще одну для подстраховки. Смотри, у меня все поле просто засеяно минами. Все абсолютно. Тут просто нереально пробежать. Только лишь по верхней дорожке. Но я сомневаюсь, что они именно по ней побегут. Я еще вот так сейчас сделаю. И вот так. Тут жесть просто происходит. Мне бы удобрение. Оу. Нет, 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 я не могу фейлиться. Я слишком долго к этому шел, чтобы вот так вот сфейлиться. Да вы серьезно, что ли? Я не могу. Ребят, я, по-моему, на 5000 всего лишь вырвался. Сейчас посмотрим. Да, я победил. Господи, что он тут применял? Да что ж такое, ты посмотри, у них тоже, ребята, странно. Зачем вот, вот это брал, а? Если оно работает только для катапульт. Тут нет катапульт у него. Он как-то берет непонятно чего и практически выигрывает меня. Никто не берет из них мины. Хм. Так, вопрос, ребята. Мы сейчас с вами так можем доиграться, что сфейлиться на 8 пиньятах на этих. А я не очень хочу этого. Ладно, давай попробуем. Лючия против нас. Так, сейчас я попробую. Наверное, капельку не стоит нам с тобой брать, замораживающую, да? А что же тогда нам взять? Грушу? Да нету смысла в ней. Может быть, вот этот гриб взять? Ну, тут написано, что они боятся льда. Заморозка, типа, огонь они боятся. Точнее, не боятся огня, да? Черт его знает, как тут быть-то. Ладно, давай возьмем обратно. Капельку, если я уберу, может быть, нам вот эту вот не надо брать, мяту с собой. Подсолнухи я здесь брать не могу, как ты видишь. Подсолнухи брать не могу. Хм. Все берут вот этого. Почему? Пока не знаю, ребята. Но берут. А нам, может быть, вот этого взять лучше, а? Как думаешь? А, нет, лучше мы, знаешь, что с тобой? Вот этого. Вот это вот возьмем. А еще даже лучше, я тебе скажу, знаешь что? А, его, наверное, нельзя взять. Так, он у нас закрыт, получается, или нет? Или я просто не очень внимательно смотрю? Этого брать не будем. Вот, вот этого можно было бы взять, кстати. Как вариантик, да? Он будет идти и ломать все на своем пути. Как вариантик, я думаю, что да. Я его, пожалуй, и возьму. Слушай, ну тут тогда есть смысл брать. Раз это катапульта, и это катапульта, есть смысл взять вот его. Я даже не знаю. Нет, я не буду, ребята, брать катапульту. Фиг с ним. Или брать вместо этого, я не буду. Оставим так. Но опять же эксперимент, ребята. Опять эксперимент может мне выйти боком. Мы все это прекрасно знаем. И тем не менее я рискую. Так, арбузы.
Так. И пошли у нас с тобой мины. Пошли у нас с тобой мины. Будем сейчас тут все минировать. Но надо немножко денег оставить. Все. Ой, что сделал? Не, нормально все. Погнали. Зомби, зомби, зомби идут, да. Так, ну что, погнали. Пускай у нас тут эти бомбят. Так, пора вызывать нашу, как говорится, морозную мяту. Пускай она тут бомбит пока. Пока бомбит. Нам нужно... Блин, где энергия солнечная? Вот она. Забрасываем. А что их там быстро так уничтожают? Эй. Я так на это не согласен, ребята. Их надо вот сюда поставить. Ну, давай, наверное, вот это вот с тобой сделаем. Ну что, пора? Пора выпускать, да? Ой-ой-ой-ой, как тут нам сожгли весь ряд. Просто с тобой уничтожили, ты прикинь. А эти здесь, смотри-ка, прохлаждаются. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Опа! Подожди, а почему... По-моему, ребята, мой эксперимент катится к чертовой бабушке на куличке. Вот что я тебе хочу сказать. Совсем не так я все это себе представлял и ожидал немножко другого результата. А ты посмотри, что происходит. Ты просто полюбуйся. Во-первых, противник меня практически догнал уже, да? Это раз. Ну. И. Трындец. Трындец тут происходит. Ну-ка, лупи по ним. По этим никчемным гаргантюа здоровым. Так, они не сломались. Что-то у меня здесь вообще всего мало осталось. Ну-ка, вылупляйся. Это все вот эти вот охламоны, ребята. Они уничтожают. Смотри. Нет, тут ничего не осталось. Вот куда вот он бежит? Воу. Слушай, я не знал, ребята, что он может уничтожить. Меня уже переплюнули. На 11 секундах. Нет, нет. Тупо не успел, ребята. Куда-то вот это удобрение улетело вниз. И все, ребята. И 8 пиньят я слил, к сожалению. Это обидно. Это обиднее некуда. Ты видел, удобрение здесь летало, и оно улетело за экран. Я его ждал, чтобы, блин, сделать хоть какой-нибудь там удар. И оно улетело. Оно появилось, когда ну нафиг мне уже не нужно. Да, сфейлились, ребята. Вот так вот. 8 пиньят я не получил, к сожалению. Фиг сделаешь. Зло прям, я не знаю. Прям распирает меня. Так, ну что, пойдем с тобой, наверное, на ивент сходим. Так, где у нас ивент? Вот он. Так, и вот у нас здесь. Какой там? Ледяной чай? Ну, давай посмотрим, что это за ледяной чай. Шоу пи. Шоу пай. Может быть, пирог. Я не знаю, ребят, как правильно говорить. Блин, ну 8 пиньят слить, а? Ну это же надо было так тупо, а? Этот еще ледяной горохострел вообще, ребята, не прокачанный. Такой никчемный, если честно. Урон минимальный. Вообще. Вот этим вот меня бесит он. Так, ладно. Из-за каждой игры так переживать нервов не хватит, согласись. Просто обидно, вот и все. Так, ладно. Да и эксперименты тоже надо было оставлять эти мне мины нафиг, да и все. Я просто не ожидал, что спортивный зомби может уничтожить нашего
Гаргантюа, нашего личного, которого мы вызываем из растения. А он, оказывается, может с разбега. Вот это была моя ошибка. Ты видел, да, как у меня там поле зачистили все? Так. Что-то мне тут не нравится все, как у нас происходит. Зомби идут. Какую-то ересь мне дают. Ладно, давай попробуем так поставить. Шипастые лужайки, это, конечно, все хорошо. Да, зомби заморожены, они медленнее двигаются. И мы как бы успеваем нанести ему побольше урона. Давай сюда поставим и вот сюда. Плюс, как ты видишь, мне выдают удобрения, да, которые я могу использовать. Так, ладно. Давай сюда поставим. Слушай, когда-нибудь это закончится или нет? Ну, может быть, ускорится нам, а? Чуть-чуть. Да, ускоримся, это нормуль для нас. Потому что, ну, тут сам видишь, изи. Пока. Так, тихо-тихо-тихо. Давай, наверное, так сделаем. Ничего, не слишком быстро ли, а? Да вроде бы справляемся пока, да? Подожди, справляемся, что-то их все больше, больше, больше становится. Давай сюда поставим. И сюда. Так, мне уже некуда ставить. Трындец. Ледяного грохострела некуда поставить даже, прикинь. А вот это мне совсем не нравится. Хотя, да нет, все нормуль. Под контролем. Уничтожили. Так, и сейчас пойдет последняя волна. Ох, ё-моё, еще и с пушками вышли тут. Ну ладно, предположим. Пушка у нас только здесь, посередине, да? Можно удобрение, в принципе, использовать. Окей. Минус пушка. Слишком, по-моему, много шипов мы тут с тобой понаставили. Давай вот так, наверное, сделаем. Вот так вот. Так оно будет лучше. Три редка горохострелы ледяные, да? И все, в принципе, нормально, они справляются. Ну давай, последнего, отлично. Все, ребята. Ну, первое задание, как ты понимаешь, оно всегда легкое. Получаем с тобой монетки. Итого 4000 монет. Плюс выполнил какое-то определенное задание. Так, ну мы двигаемся с тобой дальше. Второе испытание. Не, подожди, снова это, по-моему, ледяной или снежный. Что-то такое. А пи, пай. Нет, чай это ти, да? А... пирог, фиг знает, что это такое. Слушай, этот должен гасить? Да, загашивает он ему факел. И это круто. Да ты разогнался, а? Партизан. Оу-оу-оу-оу. Все, я вспомнил. Попрыгунчики, которые будут из-под тишка, да? Сзади уничтожать мои растения. Вот они как действуют. Тогда нам лучше сделать немножко по-другому. Вот так вот. Немножко по-другому. Вот так вот. Взял... здесь уничтожили, вместо него опять обратно поставил. Ладно, фиг с ним. Давай вот так вот сделаем. Хорошо? Хорошо. Опять. А ну-ка давай. Что-то немножко не то, да, сделали. Я думал, что он сможет его все-таки уничтожить. А нифига подобного. Не получилось. Такой голодранец, ё-моё. Посмотри на него, как он выглядит. Просто голодранец. В одном носке. И офигеть с него. Так, шипы ставим сюда. Так, секунду, тут что-то у нас. Караул какой-то, блин. Начинается, ты посмотри.
Шипы, срочно шипы. Перед каждым орехом должны стоять шипы. Так, здесь тоже нужно атаковать. Да чтоб тебя, а? Бомжара прыгнул. Давай его сюда поставим. Ну что, я предлагаю, наверное, знаете, что сделать? Поставить вот так. И под ультой. Подожди, а почему ты вот этого не задел? Он же уже вышел, блин, куда надо. Все. Прошли. Так, ребята, еще остается нам с тобой 3 испытания. Блин, вот до сих пор обидно за 8 пиньят. И самое главное, что не было у меня гемов, чтобы еще разок сыграть. Эх, ладно. Ну, давай, 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 что у нас там дальше идет? Посмотрим. 3-е испытание. Покажите мне, пожалуйста, в чем суть 3-го испытания. Обычный зомби, да? Окей. Ничего там такого нет выдающегося, никаких гаргантюа. Или еще кого-нибудь. Так что будем обычную тактику, ребята. Через ледяных горохострелов бомбить. Ну, офигли нам еще делать. Тут я смотрю и ковбои, да, с запада, и пираты с пиратской локации топают, и мумии с Египта. В общем, с разных всех, да, и дорожные зомби. Опа, опа, опачки, ты серьезно? Молодцы, ничего не скажешь, хорошо, что факелы у них очень быстро потухли. Но это надо быть, ребята, очень аккуратно, потому что они сжигают наши растения. Так, дай-ка вот так вот сделаю сюда. Шипики. Пускай они на них будут терять свое здоровье. Еще, что ли, волна? Ага. Они все-таки до шипов доезжают, и все, ребята, и погибают. Это круто. Так, давай сюда поставим с тобой. А чего у вас так много-то, а? Зомбаретина. Дай-ка вот сюда, наверное, влепим. Так, следующее, да? Ну, я так и понял. Воу-воу-воу-воу-воу. С каждым разом они все дальше и дальше продвигаются. Смотри, смотри, что происходит. Нафига вы тут лютуете? Так, вот здесь, по-моему, их больше всего. Шипы, обязательно шипы. Про них не забываем. Spice Rock. Это самое то, что нужно. Тихо. Там не спайс, а спайк. Ну, все поняли и так, да? Что я имел в виду. Не надо там уточнять. Йо, просто сколько их тут, смотри. Ну, это последняя волна. Это последние охламоны. Отлично, даже никто не долетел до нас. Просто никто, потому что все ребята погибли на шипах. Вот здесь вот, кстати, шипы закончились у нас. Ставим обратно. Жестко. Так, давай-ка мы здесь уберем с тобой. И поставим вот так вот. Может быть, уже хватит, а? Смотри, какая армия идет. Армия трясогузки. Давай сюда влепим. Ну вот и все. По-моему, мы сейчас с ними разберемся. Ну, слушай, довольно легкий уровень на самом деле. Я думаю, он будет посложнее. Возможно, благодаря тому, что у нас с тобой вот эти вот шипы наши прокачаны. Не скажу, что там по-топовому, но, тем не менее, прокачка в них есть. Так, заходим в ивент. Еще 2 уровня нам пройти. 5-й будет самый, наверное, серьезный, такой самый сложный. Ага, здесь летающие зомби. Плюс пушка. Сильно не забалуешь. Блин, капелька. Шипы.
А как это мне поможет против летающих зомби? Объясни-ка мне. Очень интересно будет посмотреть на это все, конечно. Они же просто полетят и все. И... Хотя мы их заморозим немножко, но все равно они будут лететь быстро. Так, шипики мы с тобой поставим прямо перед выходом. Ага, летят. И вон и пушка, ребята, подъехала. Сейчас начнется, блин. Так, ну, заморозили, да? Окей. Они, конечно, чуть-чуть медленнее летят, но все равно летят. Так, давай еще рядок с тобой замутим. Еще рядок с тобой замутим из этих горохострелов ледяных. Капелька, куда ее влепить? Сюда, что ли? Ну, предположим. Так, эта волна должна, по идее, быстро закончиться у нас. Так, давай сюда поставим шипы. Если будет где-то критично, будем уже применять с тобой удобрение. Пока вроде бы все под контролем. Вроде бы все под контролем, пока. Вот здесь мне уже не нравится, хотя нет, справились, отбились. Сюда поставим капельку. Так, по-моему, пора, ребята, влуплять. Вот так вот, отлично. Ставим обратно шипы, которые у нас с тобой уже истратились. Так, а это кто там у нас прилетел? Я так и не понял, не увидел. Но это не те, которые с факелами, да? Вот, удобрение, то, что нужно. Ну, все тут шикарно. Друзья мои, тут прошли на изи. Вот так вот я их сейчас добью всех. Вот и все. Ну что же, остается последнее испытание. И мы с тобой получим награду. 4500 монет. Так, ну и вот у нас последнее, пятое испытание. Смотрим, кто здесь будет против нас. А вот здесь уже, ребята, ну, серьезные противники. Но нам дают своего рода бонус. Ладно, предположим. Будем ждать удобрения. Ага, тут даже вот так. Это интересно. Может быть, я зря сделал кое-что. Хм. Ладно, фиг с ним, будем Тихо. Вот куда ты, прешь, а? Вот же ушлепки мелкие, а? Ты посмотри. Надо везде, чтобы была заморозка у нас. Чтобы они очень медленно шли. О, два удобрения, это хорошо. Так, ну что, активируем, наверное, да? Неплохо. Пожарили мы их тут с тобой. Так, давай в отключку их всех. Так, еще один, да? В принципе, можно вот сейчас вот, вот так вот сделать. Давай еще, наверное, с тобой сделаем одну удобряшку. Лишним точно она не будет. И еще одну сделаем куда? Вот сюда. Ну что же, превосходно, превосходно. Еще разок. Так, этих отключаем. Да у них шансов здесь нет вообще, понимаешь? Просто на изи разобрали. Так, тихо-тихо-тихо, эти хотят сейчас толкать будут, а нет, ничего у них не получилось.
Вот, в принципе, и все. Ну что, получаем с тобой заслуженную награду. Сколько нам, правда, дадут? Я не знаю, сейчас увидим. И... сколько? В плане кукурузу только? Да вы издеваетесь, что ли? Васаби. Ага, что еще? Ну, понятно, солнечный цветок, подсолнух. Шоу-пи. А, вот, елки-палки, это у нас горохострел, оказывается. Ледяной хурикали. И все. Ну, спасибо хотя бы и на этом. Все, вроде бы, да, больше у нас пока ничего особого такого нету. Мы задание выполнили, все с тобой забрали. У нас осталось еще, конечно же, Пенни Пурсуит. Но я думаю, что мы будем уже играть в следующей серии. А я вообще начинал хотя бы здесь? В плане пройденной? Да не может быть, я... Погоди-ка. А почему здесь не обновилось? Здесь должно быть все по-другому, ребята. Ладно. Нету так нету. Тогда мы с вами закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!